41% проб мяса птицы российского, украинского и казахстанского производства столичные специалисты обнаружили сальмонеллу. С марта по май были отобраны 165 проб в магазинах и общепитах Астаны. Несоответствие по техрегламенту и микробиологическим показателям выявлено в 55 образцах. Около тонны продукции уничтожено. К ответственности привлекут и виновников по фактам массовых отравлений. А мы напомним, с начала года в Астане зарегистрировано 3 таких случая. Помощь медиков потребовалась в общей сложности 160 посетителям ресторана, пациентам городской больницы и Международного колледжа непрерывного обучения. Работники кухонь оказались носителями сальмонеллезной инфекции. Специалисты говорят, что игнорирование элементарных санитарных норм привело вот к такой опасной ситуации. В ходе контроля объектов питания в городе выявлено более 270 недостоверных медицинских книжек. Данные лица отстранены от работы. Материалы переданы в соответствующие государственные органы для принятия мер. На сегодня 80% объектов питания в лечебно-профилактической организации города и 60% объектов в образовании заключили договора на производственный контроль с лабораторной службой.